Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 58, упражнение номер 3. Каждый из чисел 12, 20, 28, 36 уменьши в 4 раза, а результат увеличь в 7 раз. Уменьши в 4 раза. Уменьшить 4 раза – это значит разделить на 4. Увеличить 7 раз – значит умножить на 7. Итак, 12 делим на 4 – получается 3. И умножаем на 7 – получается 21. 20 делим на 4 – получается 5. Умножаем на 7 – получается 35. 28 делим на 4, получается 7, и умножаем на 7, получается 49. 36 делим на 4, получается 9, умножаем на 7, получается 63. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.